если подойти так к центру Дора, можно подумать, да, что хозяин приюта для животных поддерживает Единую Россию. Но присмотревшись более внимательно, картина становится иной. Единая Россия, партия жуликов. Юрий Иванович, как так-то? Как? Знаете как? Партия жуликов добилась того, просто люди высказывают свое мнение. Я думаю, и мои соратники, кто относится ко мне там, хотя более-менее с пониманием, я уж не говорю, там любит кто-то, уважает, тоже поймут, почему я это у себя повесил на заборе. Потому что столько несправедливости, столько. Снос забора, штрафы, суды. Знаете как, за что только не выдумывают. Знаете, хотя, конечно, для Единой России это комариный укус. Но все равно лишний раз хочется плюнуть хоть в харю им. И показать свое мнение. Вот и все. Спасибо. Так. И собачка снимите. Собачка отлежит. А собачка охраняет правду. Да. Да. Это Бимочек наш. Бимчик. Да. Вот до чего добились, да? Владислав, как оцениваете данные? Это уже крик души, потому что, в принципе, за столько лет решили уже все проблемы Сирии, решили проблемы Крыма, востока Украины, активно мы решаем проблемы, Приднестровья. То есть очень много у нас проблем, а то, что делается в городе Воронеже, на улице Добролюбова, до этого как бы руки у нас не доходят. Согласны? Написанным на плакатах. С этим сложно не согласиться. То есть это такие вещи, которые, об этом человек не говорит, только потому что боится потерять работу. У нас же новая фишка, что каким образом можно заткнуть человеку рот. Это угрожать ему увольнением. В принципе, в этом весь и фокус. То есть...